И в этом видео я хотел бы вам показать, как в ВКонтакте создать вот такие картинки или добавить какие-то значки или символы. В ВКонтакте, конечно же, есть множество групп, где можно найти такие вот значки, картинки и так далее. Но мне хотелось бы показать вам, как это можно сделать на компьютере. Итак, давайте приступим. Нажмем «Пуск», «Все программы», «Стандартные» и «Служебные». И тут будет таблица символов. Если же, конечно, у вас такого не будет, что маловероятно, то откроем мой компьютер, системный диск, нажмем F3 и в поиске забьем таблица символов. И она нам сразу же найдется. Ну и так посмотрим, что у нас тут есть. Вот в этом окошке таблица символов вы видите разные значки, плюсики, минусы, скобочки, циферки, английский алфавит, тут русский алфавит и всякие тут непонятные иероглифы. А вот здесь у нас значки. Ну, давайте же что-нибудь сделаем. Например, ту загрузку, как у меня ВКонтакте. Вот, вот так их много добавляем, и вот такую одну, как бы означает, что не загрузилась. И вот и все, в общем-то. Нажмем Ctrl-C, скопируем, то есть это все. И вставим. Вот мы видим, что у нас все отобразилось. Учитывая, конечно, что у вас очень большая, богатая фантазия, то вы сами сможете много чего составить, много разных картинок вот из этих значков и символов. И на этом бы мне хотелось завершить это видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, если нравится. И всем пока. До новых встреч.